Одинцовские единороссы в рамках реализации проекта «Здоровое будущее» взяли на контроль комплекс работ по ремонту медучреждений в 2023 году. Планы по ремонту медучреждений муниципалитета обсудили за круглым столом с участием главы округа, секретаря местного отделения партии Андрея Иванова, главного врача Одинцовской областной больницы Андрея Фадеева, руководителей медучреждений, инициативных жителей, общественников и депутатов. В числе объектов, на которых предстоит провести ремонтные работы, хирургический корпус Одинцовской областной больницы, Перхушковское и Никольское подразделения, а также клинического центра восстановительной медицины и реабилитации.